Вот говорят, что мультяшный кот обладает сверхспособностями и умеет выходить из экранов планшетов и телевизоров, чтобы отомстить за своего создателя. Это все глупости и сказки, поэтому выключай свет и ложись спать. Сейчас досмотрю мультфильм и выключаю. Я надеюсь, мультфильм не на 1.5 часа. Тут короткие серии, по 1 минуте. По 1 минуте? Что же это за мультфильмы такие? Прикольные, про Cartoon Cat, мультяшного кота. А, помню этот мультик. Так он старый, еще 30-х-50-х годов прошлого века. Где ты нашел его? В Ютубе, но он не старый. Это видео 2020 года. А ну дай посмотреть. Этот кот какой-то монстр. Это не тот мультфильм, о котором я тебе говорила. Это скорее пародия на него. Так говорят, что этот кот существует в реальной жизни. Не смотри всякие глупости. Сейчас я найду тебе настоящего мультяшного кота. Я очень тороплюсь. Прыжок. И совсем не страшный, правда? Кот Феликс – прототип мультяшного кота. Ты не знаешь его истории. Создал кота Отто Местер в 1919 году. Он рисовал как мультфильмы, так и комиксы. Но все права на этого персонажа были у продюсера Пэтта Салливана, который заработал на нем сотни тысяч долларов. После смерти Салливана права на использование персонажа остались у его студии, а Местер остался ни с чем. Так вот, говорят, что мультяшный кот обладает сверхспособностями и умеет выходить из экранов планшетов и телевизоров, чтобы отомстить за своего создателя. Ничего себе история! С Местером, конечно, несправедливо получилось. Но какими бы сверхспособностями не обладал этот кот, выходить из планшетов он точно не может. Это все глупости и сказки. Поэтому выключай свет и ложись спать. Ладно, ложусь. Еще серию посмотрю и буду спать.
Вот это ручки. Опять я мои игрушки разбросала. Вот это показалось. Да что же это такое? Наверное, пора спать. Ладно, посплю сегодня на диване.